Он рассказывает детям, что такое техника экслибриса и как создаются миниатюрные издания. Заурбек Бгажноков, художник, иллюстратор, преподаватель, всю свою жизнь посвятил книжному делу. Сегодня мастер уверен, что стартовавший в России год литературы поможет вернуть интерес молодежи к чтению. Сюжет Асият Битугановой. А это вот к сказкам, это Мишель Фокатер. Это вот когда он попадает в подземное царство, не может выбраться. Вот змея, которая орлят кушает, он змею убивает, и орел его вытаскивает. О книгах художник Заурбек Бгажноков может рассказывать часами. Выпускник Московского полиграфического института, своей жизнью он сумел соединить в одно целое любовь к чтению и живопись. Более 10 лет проработал художественным редактором в издательстве «Эльбрус». В числе его лучших работ – иллюстрация к сборнику произведений Алиши Кинцукова «Избранная». Как рассказывает Бгажноков, с будущей профессией он определился еще в детстве, когда гостил в селе у дедушки. Костер, я видел звездное небо, и рядом вот бабушка или дедушка мне читали это. Воображение каким-то образом вот развивалось. Я слышал, и глядя вот на звездное небо и на костер, какие-то представления, образы рождались. И вот тогда с детства я начал перерисовывать эти рисунки. Иллюстрации Бгажнокова украшают более 600 книг и журналов. Его работы – яркое декоративно-символическое сопровождение литературного текста. Художник также трудится и над экслибрисами, книжными или библиотечными знаками. Коллеги говорят, он сумел создать свой индивидуальный стиль, не теряя цельности образов, показывает множество тончайших нюансов. Он пытался не только точно проиллюстрировать, допустим, ход событий там, или рисунок, но и в то же время создать параллельный образ, параллельный информационный, видимый образ того, что говорится словом. Сегодня Заурбек Бгажноков передает свое мастерство юным талантам. Художник преподает в школе искусств имени Мухаммеда Кепова в селении Нижний Куркужин. Обучает детей рисунку, технике экслибриса и миниатюрной книги. Асият Битуганова, Алик Мусаев, Вести, Кабардино-Балкария.